героиню-то, то есть, ну, героя, то есть, поменяли, ё-моё. Сейчас поменяем. Не, это нас не устраивает, ты чё? Хватит уже играть за крыша, в самом деле. Вы чё? Нам надо оставить покой крыша уже. Пошли. Крутяк. Крутяк. Так, и куда нам? Налево, направо? Интересно. О! Серьезно, жизнь дали. А куда нам идти-то хоть? Налево или направо? Это уже не важно. Куда их хоть идти-то? Где мы? А, ну ладно, хорошо, я понял. Здесь мы сами не перепрыгнем. Ладно. Что тут такое? Интересненькое. Блин. О, здесь пики, нифига себе. Ох, как страшно. Шли вон сюда. А, его не прекращай, да? Пошел вон сюда. Интересное, интересное кино. А не успею, наверное, да? Да, я не успел. Это, наверное, работает как-то по-другому работает, скорее всего. Наверное, по-другому как-то работает. Примерно так. Пошел вон туда. Пень. Так. А. Вы очень, кстати, хитрые засранцы, а? Как я должен сделать это, интересно, а? Прекрасно. Так, ладно. Интересно, интересно. На! Я мумия. Разбил ящик прикольно. Ах ты твою ж налево. Не увидел.
сейчас не успел. Хрен во всем, чуваки, хрен. Какие вы все жестокие, а? Скотина какая, ах ты тварь. Собака, ах ты дрянь, а? Ну ты дрянь! Ну ты дрянь вообще, а? Секундочку, сейчас. Thank you.
Секундочку, секундочку, сейчас. Ну понятно, Саня, понятно. Привет, привет, Санёк. Ясненько тогда. Ну, в принципе, даже тут ничего такого, нет спойлерного вообще. Во всех частях, кстати, можно играть за Коко, можно играть как и в первой, во второй, так и вот в этой тоже третьей части. Ничего здесь спойлерного, в принципе, даже не было. Вот дали жизнь только что мне. Какие его дела, блин? Оба. Ну что ж такое, а? Вот, блин. Горелый. Я, кстати, ачивку уже получил. Убил, кстати, этих какого. Мумии убил ящик мумии. Точнее, сломал ящик мумии. Молодец! Молодец! Игрушка, кстати, игрушка по-прежнему, кстати. Но не такая сложная, как первая часть. Крэш. Это даже плюс в игре. Интересно, сейчас пишет, нет, что-нибудь на Твиче. Мне постоянно тупит мне приложение мобильное. Понятно, короче. Интересно, а как тебе, кстати, в целом каждый бандикут, Саня, нравится вообще? И какая из частей
больше всего любимых где. Если, конечно, ты меня хочешь. Сейчас. Ну-ка. Дошел бы с двумя жизнями, я бы на ее. Трендец какой-то вообще. Да, вот так, кстати, ачивку я заработал вообще. Тварька, как же это не задел-то, а? Баба! Баба! Пошел вон оттуда. О, ура! Сейчас что-то будет опасное. А, ну конечно, динамит, да. Как это весело, ребята, как это весело. Динамит, динамит. Твою ж налево, а. Что мне с этим делать, интересно, а? А, как обидно. Ну-ка, опа. Нет. Ну хоть же сделал, это хорошо. Интересно, сейчас Саня меня слышит сейчас, нет? Сань, напиши мне, если меня слышишь. Так. Понятно, такое, ладно, дело. Ты что, издеваешься, а? Ты что, коза, а? Совсем уже долбанулась. Ты что?
Круто, я еще жизнь заработал, прикольно. Спасибо, спасибо, спасибо. Весело. Яблочко улетело. Блин. Да вы издеваетесь. Понятно, хорошо. Значит. Иди в пень. Так. Иди в пень. О, это хорошо. О, кристалл, твою ж налево. Не, мы дальше не пойдем, мы пойдем сейчас на бонус пойдем. Оба! Жизнь пособираем. Так, ладно. Да вы издеваетесь, да? Погоди. Серьезно? Ладно. Хорошо, согласен. Сейчас переиграем, нормально будет сейчас. Интересно, интересно. Погоди, 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 погоди. Не понял юмора. Понятно, хорошо, я понял. Ну, погоди-ка. А, я понял. Сейчас все будет. Так.
Они, кстати, хитро засували ящик наверх вообще. Негодяи, а. Вот так вот. Оба. Отлично. Круто. Так, ладно. Иди в пень. Че, кстати, я прям подосчитал вам вообще прям. Пошла мама туда. О, прикольно. А ну давай еще яблок, зараза. Сранка. Место 6. Ого-го! Фига, прикольно крутится Коко. А, ну что-то, кстати, можно обезьян, эти яблоки отжимать можно. Вообще, гангста Коко. Так, я не понял. Чё, это весь уровень, мать твою, что ли? Какого хрена меня приплющило? Что за бред? Так, нам сейчас сюда. Будем нажимать яблоки, да. Скотина какая, ах ты тварь. Ах ты тварина. Пошел вон отсюда. Никого. Ничего, никого. Опа! Не понял, ну ладно, в принципе. Вот.
чё? Вздумали шутить со мной, вздумали шутки шутить. Ну давай, 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 давай. Я здесь позевал 4 ящика. Ладно, пусть. А, это там, наверное, скорее всего, дикая дорога открывается налево. Понятно, да-да. Понятно. Так, сейф. Пошли дальше. Бай-бай, блин, чё? Чего? Летать будем? Вы издеваетесь надо мной? Не очень, кстати, удобно. Блин. Прикольно, спасибо. А, подожди-ка, что-то мне не нравится, управление не нравится. Так. Vehicle control. Инвертировано. Ну-ка. Погоди-ка. О! Ну ты дрянь. Ну-ка.
Топган. Прикольно. Бабла, выкуси. Ну, скотина какая, а? Все, отлично. Еще и камень взял. Шикарно. Опа. Так. Такая. Мало ли что. Летательная миссия. Два камня, ну это потом уже, наверное. Пошли. У чувака в раке, в башке ракета. Офигеть, вообще прикольно.
Господи, что это такое? Ё-моё, а? Что это один ящик? Да вы, наверное, пароль сюда-то. Господи, а ты что за чудо такое? Мимо! Фу! Только что-нибудь понеслось, что у меня вообще жестец полный. Стоять. Только там есть жестки, ага. Окей. Только иди сюда. Ваня. Ну-ка, звонись быстро. Вот, заглазило. Это я не понял.
А, вот у нас как делается. Господи. А то я думал, что надо как-то извращаться за мной. Из этой вещи. Три, да? Да, 43. Понятно. Смотрите, отсюда начнется. Мне не нужна. По очереди, да? Хорошо. Отлично. Камушек. Чё не взялся? Я и налево. А, ты чё? Камень, ты чё? Так, а ну-ка иди-ка отсюда. Ты мне не нужен, товарищ. Так, 47, так. Давай, чекпоинт. Круто, обалденный дизайн вообще, великолепно. Так, ну-ка. Так, 50, да? Хорошо. Так, иди, иди к этой бане, давай. Эй, погоди, 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 чувак. У меня еще только ящик еще осталось, ты чё? Что-то я не вкурил, товарищи. Молодец! Молодец! Так. Хотя с другой стороны. То есть у нас нафиг ящики, господи.
Все верно. Нафиг. Ладно, пошли. Окей, ладно. Следующее. Что-то там уровень будущего, что-то такое там, не знаю. Что-то только сразу ассоциация с игрой Ratchet & Clank, что-то вообще, блин. Крутая беговая дорожка вообще. А ты что за чудо такое, а? Мне честно, можно убить, нет? Можно. Это очень хорошо. Иди в пень. Ладно. Полетели. Молодец! Молодец! Что ж, ты не высоко ли собрался, а? Давай!
Что за шум такой? Ага, сейчас. Да какого хрена? Ты чё, офигел? Так. Скотина! Ах ты тварь! Так и знал. Ну ты тварина какая, а? Молодец. Ага, на скорость, ну весело, прикольно. Да, очень весело. Круто. Успокойся. Да блин, а чё я вниз не нажал-то, а? А чё, и как это действует, не пойму, а? Молодец, конечно, молодец. Ну что такое, а? Алло, как это здесь вообще делаете? А? Что-то нифига не понимаю. Идиотик тут вообще полнейший.
Господи. Ага. Ой, да. Понятно, короче, эти баньки. Все. И полетели. Да. А что за хрень? Господи, а что это такое? Ага, это уже не где-то просто летело. Пошел вонь-то. Вонь пошел. Она не-то не тонула, не гони меня эту сразу. Офигел. Утонула, видите, тебя на тебя. Ага, сейчас. Ну, ты издеваешься. А, налево. Охренел. Лучше шуйду туда пока времени. Но! Скотина такая. Так, ну-ка.
Спасибо, спасибо, Саня, спасибо, Саня, спасибо. Сейчас соберусь. Так. Ой, дошел до сюда. Смотри, господи. Ага, дошел. То и налево, а? Его так просто уже не убьешь, конечно. Естественно. Рассчитать как-то надо, надо. Оба, оба, оба. А ты что за фрукт такой, а? Лох. Смешно. Давай. Не вопрос. Все равно пока нет никого. Не понял, я тебе позвонил. Нет. Так. А, вот. Да-да-да, здорово, Санек, кстати, здорово. Да-да, просто мне на мобиле не приходит сообщение, что это на Твиче, что ты пишешь. Ерунда какая-то. Сейчас слышно все уже, нормально. А, хорошо, да. Не приходится все время смотреть на компьютер все время. Приходит там что-то, не приходит. Блин, так. Чё, как тебе, кстати, уровень? Нравится? Веселенький, да? Да-да, я знаю, я заметил, да. Так, бонус тайм. Ага. Понятно. Лучше сразу слиться на бонусе. Так, поймешь почему. Так. Опа. Как все хитро сделано. Видите, вы упоротые, ребята, вообще. О, здорово, Рома, здорово. Так, сейчас я обновлю, да. Ага. Так, ладно, смотрим, что тут у нас. Что я такое сделал тогда? Понятно, хорошо. Не нужно было делать этого. Да. Сейчас начнет придираться. Плохо играешь, Ваня? Плохо играешь, типа я лучше играю.
Нет, я про рум говорю. Кстати, 33 части вообще не было. 33 части не было. Блин, договорился. Да я, кстати, тоже, кстати. А это который по этим, как по порталам, короче, шныряешь тут по уровням. Да не, это я тоже не играл, я только первую часть играл. И то на домодиске, по-моему. Блин, ну зачем я нажимаю все время, господи. А ты его, кстати, это, обнови его, попробуй. Вообще выйди с него и сложно залогинись. Ну да, да? Или как там? А, понял. Понятно. Бывает такое. Блин. Как ты мимо ящика прыгнул, а? Сейчас все получится, сейчас все получится. Да. О, давай. Так. Здорово, Рома, здорово. Девчонки. А, понял, да. Просто я думаю, как лучше сделать, чтобы можно было здесь все забрать. Да, могу, конечно. Да, я такое хочу сделать. Все нормально. Все хорошо. Дэнни Трехо. Да ладно, первый для чести не глядел, что ли? Знаю. Ну не хватило у меня было 2 очка у нее. Да. Так, давайте без цитат этого ниндзя, ладно? Подумай.
Сейчас пойдешь. Все. Плохая игра, да? Понятно, да. Ага, понятно. Ну-ка. Да. То есть... Точно. Слушай. Обычно стандартное оружие. Да. Кошмар. Пойти босса. А я схитрил, ребята, я схитрил. Смотрите, короче. Я читер. Вот так вот. Во-во-во-во, полегче. Водичка. Ой-ой-ой-ой-ой, утонул! Утонула! Там полтора метра отходит. Глубина. Бегом! Еще идут психанутые, мумия психанутая, колючая, со своим гробу колючим. Идут, да, ребят? А, да.
Сейчас, секундочку. Я понял уже, что к чему. Алло? Все нормально. Ага. Просто наушники, наверное, чудес. В смысле, чужие-то были? А, это не знаю. С ачивами. Тесто дало печь такой. Так, ладно. Сейчас подойду, ребята. Понятно. Ну да, да. Точно. А игры никогда не были легкие, кстати. Да. Это стиринг. Прогресс, да. Ты, да.
Замучаюсь походить, если они сейчас стоит добавить его. Он даже не знает, наверное, даже, наверное, что все. А, приходил, да? Отлично. Так. Ну круто, конечно, круто очень даже. За 40 чем-то минут, конечно, пошел. Шикарно. Сурди, да, сурди. Вообще красава. О, я взял камень. Ага, спасибо. Сохраняем. Прогресс. А теперь с тем самым временем у нас босс. Доктор Эн Джин. Да, тот самый чел. Прикинь, у меня хвост ракеты крутится, прикинь, по оси. Так посмотри внимательно вообще. О господи, что это такое? Ну серьезно, это шмап? Да вы упоролись, ребята, вообще. Ай-яй-яй. Вы упоролись, ребята, вообще упоролись.
Так я так первый раз играю. Ты не знал. Так. Я знаю. Я в смысле как это подано, я имею в виду. Босса-то я видел, во второй части видел. Тут тот же сам босс практически. Такой тот же сам. О, здорово, Лёха, здорово. Ага. Босса раздеваем. Господи, как смотрел, как тебе стало. Да вы вообще пароль, ребята. Че это такое, господи, а? Где ты видишь, я что сейчас оскорбляю, а? Скажи мне. И что, я обзываю, что ли, ее? Успокойся, Ром. Хочешь, чтобы я захотел свою игру, так скажи. Че, я должен как без эмоций должен сказать, сидеть под баллон. Да нет, вы чё, я найду спокойно вообще. Просто как подано вообще в реальном паритме. Да нет. Чё? Босс вообще лажовый. Фигня. Базука. Ну кто бы базука? Интересно, интересно. Ага. Полетели. Босс вообще на изи. Клево. It's funny how history repeats itself. Yet again, engine has failed. Нет, это реально какой-то был какой-то трансформер какой-то босс вообще. Вторая фаза у него. My aching head. I'm not feeling myself these days. Не до трансформера, короче. Gather another 5 crystals, and again you will have foiled my plan. Or will you? Так, ну что там? Доктор Энджин с позором побежден. Так. Как будто и не было босса. Так, идем куда еще? Что это такое за мегаполис такой интересный? Серьезно? Gone Tomorrow. Завтрашний гон. Ладно, пошли. Ха-ха, я так и говорю, я так сказал. Завтрашний гон. Tomorrow гон. Это я чисто промптом перевел. Да. Ай! Не люблю этих боссов, особенно когда one fast. Это тоже не люблю, когда не допрыгиваю. Мне базука шли. Офигеть.
Я думал, что для корабля, я подумал, что нужна базука это. Фига себе. А смена это бесконечный, да, у нее? Конечно, значит бесконечный, понятно. Интересно, интересно. Ага, вижу. Ты куда? Что за... Давай, ну что ты... Что-то я не понял. Машинку не забить, да? Базукой, да? А, волчком, ну ладно, хорошо. Да нет, я подумал, что можно базукой вынести его, и все. Почему-то. Ну, логично. Да. Понятно. Только это зеленая цель, то тогда можно бить монстра, понятно. Понятно. Когда мишень зеленая, тогда можно убивать машинку. Да. Ром, я не профик, в отличие от тебя, этой игры. Ну приведи, пойми, что я не так сделал? Что тут элементарно, скажи мне. Так. Так, ну-ка, моль отсюда пошла, отсюда, моль. Блин, разлетался. Ну, сломал я этот, точнее, ящик со скрытым знаком. И чё? Чё, где? Да? Да, зря я так сделал, ну ладно. А эти? Запрыгал я, запрыгал. Без смерти. Пока что. А Джи Девера. Ау. Слава тебе, Господи.
Я уж хотел прыгать, хотел, прикинь. Понял, 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 теперь все нормально. Так. Да выстрелил. Прицельный, конечно, не очень хороший прицельный здесь. На Джоя. Блин. Я не пойму, я не понимаю вообще. А вот все. Слава тебе, Господи. Попало. Понятно. Все отлично. Полетели отсюда. Здесь спот мне, да. Кристалл чуть не забыл, прикинь. Соник будет недоволен. У него кристалл сперли из-под носа. Но все равно. Изумруды, да. Оба. Интересно, интересно кино. О, бонус. Прикольно. Ну да. Понятно, все, я все понял. Все понятно тебе. Все нормально. Все хорошо. Просто прицелиться мне не очень удобно прицеливаться. Да. Ну, да, что поделаешь? Фига себе, как все взрывается вообще. Да. Все, веселье закончилось, кстати, Ром. Саня. Собственно, он очень сильно выручает воздух, да, согласен. Прям очень сильно выручает. Какие трюки вытворяю. Ай, что? А я пошутил.
Прикольно, прикольно. Хорошо. Как это, в принципе, осталось за пару минут до 11? Как раз уже ничего допилю. О! Тут уже, в принципе, конец уровня уже даже. Еее! Давай, спокойной ночи, Санёк. Спасибо. Так, что тут у нас? А, сохранимся? Сохраняться надо. Так, ну что, ребят, будем заканчивать на сегодня. Уровни были классные. Бесячего, в принципе, не было сегодня такого, ничего серьезного. Все круто вообще. Рекомендую игру всем. Да, а чтобы узнать, что будет в продолжении, подписываться на наши каналы. Good Game и Twitch. Ну и, соответственно, и YouTube, да. И не забывайте вступать в нашу группу Retro Console Team. Для того, чтобы узнать, что будет в субботу. 21:00. А с вами будет 16. Всем до скорых встреч!